Всем привет! Мы продолжаем играть в Play Magnus. И в этот раз 10 лет. Я на работе уже пробовал так потренироваться. Др-др-др и проиграл ему. Но играл не под запись. В основном на работе как-то не очень, поэтому начать новую игру. Ага. И в этот раз надо абсолютно серьезно с ним играть, потому что 10 лет он уже реально может быть опасен. Я вот на работе думал, а, сейчас я его обыграю. И нет, так не вышло. Поэтому, ну-ка, 10 лет я принимал участие в шахматных турнирах, как для детей, так и для взрослых. Так. Он закончил игру типа со счетом 5 игр, не сыграл ничего и 5 поражений. Так. Ну, то есть он уже начал в турнирах играть, то есть опаснее обычного. Ну, не обычного, а того, что было до этого. Ну, конечно, я ему поиграл на работе. Ну, сам виноват, играл не думая. В этот раз будет все серьезно. И у нас, как вот это называется, Neo Grunfeld или как? Или Anti-Grunfeld? Что-то такая ерунда. Никогда не знаю, что тут делать. Может взять на C4 и C5? И C5 вот так попробовать, пользуясь тем, что связка. Где-то еще ферзь B6 есть ход. Ну ладно, побил. Он не знаю, куда этого коня девать. Или просто побить. Конем, да? У нас есть ферзь b6 и потом ладья d8. Ферзь b6, но ладья b1. А чё ладья b1? Ладья d8. Я не вижу проблем. Вроде могу так пойти. Конь b5, правда, есть какой-то ход. Нет. Опять. Вроде могу ладья d8. c5. Не понял, он ход ладья d8 не видел? Или это я что-то зеваю? Так, сейчас бьет c5. Не могу сообразить, а что такое? Мега тактика, это так, сейчас бьет c5. e6, это ладья d2 просто. Я не могу понять. Если я возьму на дыч... Теперь я начинаю понимать немножко. У меня слон на c8 где-то висячий будет. Я не могу много раз на d4 брать. Потому что в конце зависнет слон на c8, да? Но я не обязан много раз на d4 брать. Так ведь. Если ферзь b6, то опять я получу тычок. Угу. Как там вот... Стоп. Это важный момент в партии, тут надо принять правильное решение. Правильное решение, нельзя с этим торопиться.
Слон d4, ладья бьет c5, слон бьет f2. Снова не работает, то что слон c8 в конце зависает. Да, вот с этим слоном мы проблемки. Ладно, видимо, надо отходить. Я отойду на d6. Ничего сильнее не видел в этой позиции. d5 или конь c6. Конь c6 мне нравится. Ой, это я не, ой, это я даже не рассматривал, что я даже не рассматривал это продолжение за него. Так, в данный момент у нас, смотрим по материалу, две лишние пешки. Но в данный момент мы на c6 висит. Кстати, есть интересный ход. Ферзь b4. Подставляемся вроде как под конь c6. Но там же будет ладья d1, конь b4. Ладья Е1. А я продолжаю как-то нападать на его фигуры. На одну, на другую, на третью. А-а-а. Ерунду сказал. Там же ферзь на b4 держит. Будет стоп. Нельзя же так. А было бы заманчиво. Было бы заманчиво. Если бы это работало. А если пойти в разноцвет? Ну, я имею в виду, слон бьет d4. Неохота. Да, вот тут дольше видео будет явно. Приходится как-то думать. Ладно, разноцвет так и разноцвет. А может еще и на d4. Не, ну на d4 бить. Кстати, а на d4, если я побью, скину ферзя. У меня такие две ладьи и слон будут сильные. Может быть сильная компенсация. Просто я сейчас смотрю и вижу, что на ферзь c7 у меня пешка на c6 все равно провиснет. Он может даже сразу побить. Ладья бьет c6. Ферзь бьет c6, ладья бьет d8. И у меня проблемы. Видите? Слон на b2 сильный. Ладно, я скину ферзя. И пойду слон h3. Вторую ладью на d8. И его это вообще не волнует, да?
Да не может быть такого. Ладья d1, король f2, ладья f1 шах, король e3. Или ладья d1, король f2, ладья e5. Нет, там будет ладья c5. Да, сейчас можно двигаться. Если пойду сразу ладья d2, то это не угроза, то что ферзь контролит мою ладью, и я ну, не могу отойти, но ферзь бьет d8. В конце будет, я зевнул. Странно, мне казалось, тут опаснее у меня будет, чем то, что получилось. Дело в том, что надо быстро что-то находить, потому что ферзь А7, ладья С7, он по седьмому ряду может начать тоже неприятные дела с моим королем. Так, а если ладья d1, король f2, ладья f1, король e3. Блин, и на этом не видно продолжение. А если ладья d5, он, наверное, ладья c5 закроется. А если он бьет на a7, то там будет в конце то же самое, но ладья e5 шах. Там король d4, вообще он пойдет дальше. Блин, да неужели такой держится, а? Давайте попробуем. А, он бьет. Бьет все-таки, да? А если шах и скрываю ладья e5, то ферзь b8 и без ладьи, да? Снова не работает. Видели? Ладья e5, попытка ну, отрезать его короля, сыграть ладья f1 мат, будет ферзь b8, шах и отъем ладьи моей. А если король g7 предварительно? Ну, сейчас я доиграюсь точно. Ладно, король g7. И он просто взял. Просто взял и съел. Да. Да, плохо дело. Дело плохо. Попробую все-таки шаг дам. Слон e6, хода нет. Ладья бьет e6, да?
Я даже не знаю, что предложить. Не знаю, что предложить. Плохо дело. Идей нет, идей. Вот что плохо. С этой партии. Мне никак не удается ладью включить в атаку. Одну. И ладью. Одна ладья активная, а вторая в этот момент ничем не занимается. Он наш то и тоже. Ничем не занят у нас. Слон d7, если то ладья c7 находится. Ладно, так пошел. Долго думаю. И... Ну, я думаю, еще он меня матует. Так. А если ладья d7, то еще защиты есть, да? А, ладья d7, ладья f7, король h6, ладья h7. Да. Да. Плохо дело. Так, как тут это? А как вот это сделать? Продолжите закончить игру ничьей. Давайте попробуем. Ой, извини, но я хочу еще побороться. Играем дальше. Вот, значит, так, да? А как сдаться? А, во. Сдались. Потому что, да. Плохо дело. И что он пишет? Похоже, тебе еще нужно потренироваться. Попробуй снова. Ладно. В этот раз, видите, 10 лет он опасен. Мы проиграли. А сейчас мы попробуем в 11 лет. Всем пока.